Полезная и практичная заготовка. Фасоль в собственном соку на зиму пригодится вам для приготовления большого количества салатов и борща. Фасоль в собственном соку на зиму – это практично, вкусно и полезно, кроме того, что ее можно кушать в консервированном виде и подавать к столу как самостоятельный гарнир, такую фасоль всегда можно будет добавить в салаты или борщ. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Подготовьте ингредиенты для консервирования фасоли в собственном соку на зиму. Фасоль переберите, замочите на ночь в холодной воде, утром залейте чистой водой, примерно 1 литр, и варите на тихом огне до мягкости примерно 1-1,5 часа. Если вода будет выкипать, понемногу доливайте. В конце варки всыпьте соль, перемешайте и варите еще 10-15 минут. Горячую фасоль распределите в чистую простерилизованную банку. Подписка на канал – гарантия свежих вкусных рецептов. Влейте в банку жидкость, которая осталась после варки фасоли. Установите фасоль в кастрюлю с теплой водой и стерилизуйте 15 минут. Банки с фасолью закатайте крышками, выход заготовки – 2 баночки по 250 грамм. Заготовки дайте остыть под одеялом, после чего перенесите в кладовую на хранение до зимы. Приятного вам аппетита! Ставим лайк и подписываемся. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Фасоль белая, 250 грамм. Соль, 15 грамм. Вода, 1-1,5 литра. Количество порций, 2. Подписывайтесь, комментируйте. Ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно. Приятного аппетита и следите за новыми публикациями.